Но я думаю, что если вы видите это видео, значит, вы понимаете, что кемп, по идее, должен начаться. И сегодня мы встречаем нашего первого атлета из Бразилии. Он не знает, как мы выглядим, мы не знаем, как он выглядит, но мы его встречаем. Мы вот уже простояли 6 часов, как бы еще пока не встретили. Интрига продолжается. Интрига продолжается, да. И восстановительный процесс в самом разгаре. Сейчас проверим, чем там занимается наша массажистка Екатерина. What do you think? In Portuguese. O que você acha? What do you mean? She killed me. Уже, конечно, не особо актуальная этикетка, вот, потому что уже Олимпийские игры прошли, но подготовка интернациональной команды продолжается. Вот. Сегодня нас попросили наши ребята, которые поприезжали с разных стран, чтобы мы все-таки объединили стол, потому что у нас интернациональная семья, и нам нужно сдвинуть все столы так, чтобы все сидели за одним столом. А сегодня у нас первый день, первый крупный ужин, на котором будут практически все. И завтра еще подъезжают пару ребят, и в течение недели еще пару ребят. Поэтому, как и планировали, 10 человек на кемпе для того, чтобы всем уделить внимание и провести это все на высшем уровне. Продолжаем после ужина. How are you, Alexei? I'm fine. How are you? Very good. Sleep well? Oh. I was so lonely. Почему ты? Красные глаза. Пил всю ночь без тебя. Просто как бы в зале ты очень хорошо смотришься. Эмоциональная тишина? Эмоциональная тишина, да. Эмоциональная яма. Перетрен. Алексей, что вот происходит сейчас вот? Ну, нормальный, настоящий кемп. Ребята приехали, смотрят, я тренируюсь, перенимают опыт. Я потею, они наблюдают. Вот, все переживают, потеют. And this is the way. This is the way of the samurai. Первый день, первый вечер, когда все собрались вместе, приехало 10 человек. Это ребята есть из Австралии, есть ребята из Бразилии, из Америки, из Европы. Поэтому получилась такая интернациональная команда, что очень приятно, и я очень доволен.
Сегодня у нас первый ужин, на котором соберутся уже именно все. Все подоезжали. Сейчас я всех познакомлю, во-первых, между собой. Ну и плюс ко всему познакомим вас с ребятами, которых вы будете видеть на протяжении 3-4 видео. Вот. Поэтому приятного просмотра. Теперь самое время отобедать. Ребята уже все собрались. Сейчас у нас генеральная встреча, на которой мы будем рассказывать, что будет происходить на следующей неделе. Вот. Ну, я так понимаю, что за приезд ребята решили купить немного пива, поэтому снимаем так, как есть. With beer. Провели генеральную репетицию кемпа, и сейчас групповое фото и в баньку. Why are you here? Who are you? How do you feel? Good. What's going on? Banya got hit with a bush. It was nice. I liked it. The bush tired him out. Yeah. Bush hits you. Yeah, bush hits you. Yeah. You feel better. Is he right? He is. Okay. And afterwards, you hop in the cold water and freeze the balls up.